Ну что, на лед? Раскидал на части айбу. Буду пытаться ремонтировать. Вполне вероятно, что дохла именно батарея. Потому что я пытался запустить айбу со вставленной батареей и подключенным зарядным устройством. Она начинает загружаться, потом пиликает, что типа что-то ей не нравится, она прекращает загрузку и выключается. Попытаюсь я убрать вот эти вот ячейки, которые сам паял. Подключу проводами вот эти вот по 10 тысяч миллиампер часов. Просто длинные провода, вот сюда их вставлю. Вставлю вот туда вот этот блок питания. Ну, вернее, не блок питания, а батарею. Вот это вот. И поскольку вот эти ячейки точно большой емкости, заряжены, их еще проверю, какое у них напряжение. Я их подключу последовательно, чтобы было 2С. И посмотрим, включится она или нет. Если не включится, то с большой вероятностью дело не в вот этих вот ячейках, что с ними что-то не то, а то, что не то. Либо с контроллером батареи, либо со схемой зарядки. Там вот. И уже от этого буду плясать, потому что я хочу все-таки айбу восстановить. Она мне, как говорится, дорога, как память. Вот ее флешка родная. Вот это вот, как я уже показывал, для нее ее купил. Чтобы другие личности ее пробовать, так называемые. Вот для работы с флешками у меня. Samsung, этот соневский. Да. Вот так вот. Дело наверняка будет не быстрое. Потому что для пайбов информации мало. Кажется, все запчасти все дорогое. У меня сейчас с деньгами напряженка. Так что быстрого прогресса не обещаю, но я постараюсь довести это дело до конца. И шею привести в порядок. Чтобы она опять, кажется, жила и радовалась жизни своей механической или электронной. В конце концов, какой киберпанк без роботов? Ну и на этой, кажется, позитивной ноте. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.